на сцену подходит организатор и говорит, что мы можем выступать лишь минут 15, потому что позвонили какие-то серьезные братцы из администрации и говорят, что нам отсюда пора убраться, ребята. Я понимаю, страдает организатор, и я тоже страдаю. Некоторые из вас, возможно, не в себе, но мы все-таки поучаствуем в этой борьбе. За ваше внимание, за взаимопонимание, за то, что мы с вами поднимем сейчас руки, наконец-то и раскачаемся всей компанией. С вами по-прежнему Ваня и те ребята, которые на экране не раз со мной вместе мелькали, когда ты смотрел наши клипы. Давай-ка колбасься, типа, мы готовы или нет, или пока что нифига, и так прибыль, это не важно. Не важно сейчас ничто материальное, кроме того, чтобы улететь наконец-то вдали астральные. Вы к этому готовы или не готовы изначально? Москва не будет такими печальными. Надеюсь, вы не сломаетесь, как игрушки дешевые, сделанные made in China, блин. Итак, с вами Александр Кислинский, Михаил Казадаев. Максим руки разогревает, диджей Стаффорд помогает ему своим супер-мега-звуком. Вы готовы прокачать здесь всю округу? Это новая площадка, здесь такого еще не бывало. Я надеюсь, будет небывалая отдача от зала. Это так или я зря здесь вообще торгу? Итак, надо бы врубить, но на это нет времени. Поэтому сейчас я заканчиваю жареный петух клюву в теме кого-то, и мы сейчас будем лаконичный концерт играть, чтобы вы к лучшему менялись в лице. Я не вижу, когда вы не движетесь, у меня зрение как у мухи ЦЦ.